приступим. Сначала мы нашинкуем капусту. Вот такая гора капусты у нас получилась. Теперь на корейской терке, на терке для корейской моркови, трем морковку и свеклу таким же маком. Это такая у нас красота получилась. Вот. А чеснок мы размешаем в произвольной форме. Головочку она придаст пикантности, будет очень даже вкусно. Так, берем банку и начинаем ее заполнять. Сначала сыпем капусту, чуть-чуть утрамбовали сверху. Трамбовать не надо, но и в то же время уплотнить немножко стоит. Готовим маринад или рассол. У нас закипел литр воды. Добавляем 200 грамм сахара или 8 столовых ложек, если у кого нет весов. 2 столовые ложки соли. Размешали. Дальше. Чуть-чуть насыпем кориандра. Чуть перца горошка. Теперь 200 миллилитров растительного масла. Когда все это дело закипит, мы добавляем 200 миллилитров уксуса. Наш рассол готов. Вот, и у нас закипел наш рассол или маринад, как хотите называйте. И мы теперь его горячим тонкой струечкой заливаем нашу капусту. Решили, что удобнее. Залили и оставляем это дело на 8 часов при комнатной температуре. Когда все это остынет, ставим в холодильник, и завтра у вас капуста готова. Вот, наверное, накрываем крышкой, потому что, чтобы оно не парилось, капуста должна дышать.